5 советов, как повысить свою производительность. Вы тоже заметили, что работа мозга почти ничем не отличается от работы компьютера? Чем больше программа открыта, тем медленнее он начинает работать. То же самое и с мозгом. Чем больше задач вы пытаетесь выполнить в одно и то же время, тем медленнее мозг начинает работать. От банального перегрева также никто не застрахован, ни компьютер, ни ваша голова. Что делать с операционной системой, мы уже знаем. Закрываем вкладочки, перезагружаем компьютер, устанавливаем обновления. Для нашего мозга также существуют специальные упражнения и методики. Следующие техники помогут вам перезагрузить мыслительные процессы. Учеными доказано, что фоном играющая классическая музыка помогает улучшить мыслительные процессы. Возьмите паузу на несколько минут, чтобы ваш мозг немного отвлекся и информация уложилась в вашей голове. Усильте кровообращение вашего тела, сделайте несколько легких физических упражнений или разминку. Это поможет мозгу начать работать. Отвлекитесь на 5 минут, займитесь творчеством, нарисуйте что-нибудь, придумайте, напишите любой текст. Скушайте какой-нибудь фрукт, витаминчики очень полезны для здоровья, а жевательные процессы благоприятно влияют на кровообращение в мозге. Поставьте лайк и подпишитесь, чтобы увидеть больше полезных видео.